Детская инфекционная больница номер 2 вновь в центре скандала. В социальных сетях родители маленьких пациентов жалуются, что, попадая в больницу с одним недугом, дети получают дополнительный ротавирус. Напомним, это далеко не первые жалобы. Полтора месяца назад мы рассказывали о бывших пациентах инфекционки, которые, находясь в клинике, подцепили ротавирусную инфекцию. Испугавшись за здоровье своего ребенка, женщина тогда написала отказную и отправилась долечивать пневмонию сыну амбулаторно. На признаки инфекции жалуются и те, кто сейчас находится в больнице с детьми. К нам обратилась мамочка, которая рассказала, что вдобавок к болезни, с которой они поступили, теперь приходится лечить и новую инфекцию. Сначала мне плохо вечером, потом ребенку на утро. У меня вот понос, и у ребенка двукратная рвота и понос. Правила гигиены нужно соблюдать, их никто не отменял. Ну и меньше, говорю, все-таки ходить по коридорам, стараться ребенку чаще обрабатывать ручки. Как нам пояснили сегодня в региональном Минздраве, в больнице строго соблюдается санитарно-противоэпидемический режим. Больных распределяют таким образом, чтобы новые пациенты не находились в одной палате с выздоравливающими. Ведомстве также добавили, что сегодня в учреждении проверку на предмет соблюдения санитарных норм проведет начмед. Результаты медики озвучат завтра.